12-е письмо, 2-я часть. Милана, сыграй, пожалуйста, гамму до минор натуральную. До, ре, ми бемоль, фа, соль, ля бемоль, си бемоль, до, си бемоль, ля бемоль, соль, фа, ми бемоль, ре, до. А скажи, пожалуйста, чем отличается натуральный минор от гармонического? В гармоническом миноре 7-я ступень, она повышается на полтона. Да, молодец. Сыграй, пожалуйста, теперь нам до минор гармонический. До, ре, ми бемоль, фа, соль, ля бемоль, си бекарь, до, си бекарь, ля бемоль, соль, фа, ми бемоль, ре, до. Молодец. Еще есть у минора третий вид, он называется мелодический. Такой оригинальный. Угу. Ты расскажешь, в чем его секрет? Да. Пожалуйста. Ну, мелодический минор, чем отличается он от других видов? Он отличается тем, что когда идешь вверх, у него ля и си, 6-я ступень и 7-я ступень, она повышается на полтона, а когда идет вниз, 6-я и 7-я ступень превращается в бемоли. Да, то есть идет натуральный минор. Да. Да, сыграй, пожалуйста. До, ре, ми бемоль, фа, соль, ля бекарь, си бекарь, до, си бемоль, ля бемоль, фу, соль, фа, ми бемоль, ре, до. Да. Хорошо. А сыграй, пожалуйста, в гармоническом до миноре тритон. Хорошо. А сыграй теперь, пожалуйста, нижний тетрахорд и верхний тетрахорд в мелодическом до миноре. В мелодическом. Нижний тетрахорд? Да. До, ре, ми бемоль, фа. Верхний тетрахорд. Соль, ля бекарь, си бекарь, до. Верхний тетрахорд. До, си бемоль, ля бемоль, соль. Ниже тетрахорд, фа, ми бемоль, ре, до. Умница.